Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme C25S изменить разрешение записи видео. Для начала открываем нашу камеру, переключаемся на режим видео, тыкаем по иконке шестеренки и находим здесь разрешение видео. Можем изменить его на 720p или же на 1080p. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.